Монро. Аман, к сожалению, эта карта бракованная, потому что она, похоже, взята не из АВ-2, а из старого версии АВ. Один файл, два ВАК не запускается, его со звуком пришлось удалить. И часть текстур, к сожалению, тут подвисшая, а может она изначально была глючная. Уж не знаю, как оно там на самом деле. Зомби-грабители вторглись на вашу родину. Вы должны отбросить их туда, откуда они пришли. У них даже было время построить здание Сирса. Отдай им все, что у тебя есть, и аминь. Цели 1. Уничтожьте 2 ящика с оружием. 2 на А. Найти 3. 2. Взорвать 2 газовых баллона. Поищите их. 3. Уничтожьте К-130. Ну, самолет Геркулес. Подсказки. Все возрождения ограничены. Примечания. Цели отмечены красным цветом на вашем радаре. Важно, играйте в команде. Ну, короче говоря, карта большая. Взята за основу ландшафт из операции «Тайфун». Два берега. Западный, то есть восточный берег, на котором точки АБЦ. Вот, кстати, в одном месте. И очень глючные. Тут нельзя появляться. В Мазаре находится такая нефтяная база небольшая с вышкой. Недостроенная секция виадука. Лесопилка, несколько сараев и 2 мирных жителя. Тут порт. Точка Д в радаре тоже глючная. Все висит над землей почему-то. Вот, а пирс тоже глючный. Катеров очень много. Катера, быстроходные катера. Эта точка тоже висит почему-то. Это ящики. Так, остров Еф. Ну вот, одна какая-то цель есть около Еф. Тут на маяках 4 маяка, на них стингеристы находятся. Это, похоже, вертолетные площадки, форты, остров Ж, остров Фе, или вернее, Еф, остров Ж и остров Эйч. Это остров безымянный. Ну и еще, к сожалению, западный берег, точка И, какой-то штаб ихний. Вот такая большая карта. Точек получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, да, 9 точек. Большая очень карта, нехорошая. Нехорошая во многом. Потому что она глючная. Если бы она не была глючной, тогда нормальная была бы. Она, к сожалению, глючная. Ну, короче говоря, сейчас попробуем посмотреть. О, вот видишь, упал погрузчик, и обрати внимание, сразу же игра повисает, она грузится, и сразу же повисает. Лавочка такая, могила солдата вон там. Почему-то часть погрузчиков висит. А, глючная карта, вот железнодорожные семафоры что-то тут делают, непонятно чем. Что они тут могут делать, непонятно. Ну да, могила этого канадского солдата. Вышка нефтяная. To the eternal memory of our Fried, Master Corporal Alan Dr. Evil Tuck, Stuart, 1976-2007. Ирип и на Афганистан, of April 11-2007. Какой-то канадец. Так, ну чё, давай залезем. Видишь, секция виадука недостроена. Не знаю вообще, можно ее пройти. Кстати, я ещё одну карту залили. Залили на сервер. Видишь, лес, интересно, что зеленые пальмы, желтые, ели. Зеленые и белые. Там гадом упал. Одним выстрелом двоих. Ну,
зависший паром включит. Выключенная карта. Танки можно взять. Вертолеты вон там сбитые. Вот командные точки здесь. В остальном тут ничего нет. Велики. Два мирных жителя стоят. Вот тут, к сожалению, нельзя возрождаться. Потому что... Ну... Там повисаешь, короче. Текстурим. Курятник он тут. Вон там гад. Вот такое вот место такое тут. Так, красиво или не очень, фиг знает. Сейчас поедем к морю. Так туда же точки, видишь, не захватить. Какая-то, к сожалению, глючная карта. Ничего не понятно. Танки Абрамс. Он гады стоит. Все, фонарил. Так, вон порт. Видишь, тут ничего не сделать, надо только X нажимать. Плохая карта. Вся загаженная багами. Эти, этого-то не трогай, ты сейчас его убьешь. Она вся в багах. Слышь, ящик висит в воздухе, чего быть по определению не должно. Это порт. Там уже виден остров. Как далеко до них. Очень много негодяев на него. Вот как это уничтожить? Вообще ни хера не понять. Он висит прямо в воздухе. Если только на парашюте с вертолета прыгнет. Так я что-то кидал, ни черта не получается. Вот такое место. Точку Д не взять, она тоже висит в воздухе, видишь? Пулеметы. Да, такая вот херня.
Да, несмотря на интересный сюжет, карта явно сбойная. Это здесь не пройти, все глючит, только через тот ход можно пройти. И то надо прыгать, иначе можно по текстуру проваливаться. О, блять, куда тебя завернули? Сука, видишь, текстура висит. Близко нельзя подходить. Питерская карта с подвисшей текстурой. Точку Д не взять, похоже. Да, висит в воздухе прямо. Может, не знаю, можно на вертолете? Нет, не знаю. Так, ну идем. Текстурка-то везде тут подвисшая. Ну, вот такая вот история. Там уже вид на тот остров виден. Еф остров. О, полетел с маяка, хорошо. Козел. Вот сразу наповал. Так, вдвоем сдохли. Так, ну тут надо ящик один уничтожить, который в этом ангаре. Вот дальше непонятно, что делать. Дерьмовая карта. Тут надо прыгать аккуратно, иначе в текстуру будешь проваливаться. Вот, все нормально. Так, вошел внутрь. Парализатор туда. И все, висит, все, заглючившее. Сральники. Катер. Текстура вся вообще висит, хуем. Мойники, можно посрать, по руки помыть. И обрати внимание, тут целый бар у них. Почему-то бутылки просто висят в воздухе. Очень странно. Довольно-таки странное тут место, короче. Ну чё, бутылки можно просто переколотить. Такс. Thank you.
Наверное, какие-нибудь повисшие текстуры. Скорее всего. Перебил. Давай ящик подорвем. Так, ящик уничтожен. Да, в общем, гнилая, короче, карта ни о чем. Хуёвая гнилая карта, нехорошая. Тут все как бы уничтожено. Теперь на остров Ев. Надо идти на маячный. Так. Все подвисшее, блин. Глупая карта. Быстроходные катера, патрульные катера в наличии имеются. Ну давай на патрульном. Так, давай посмотрим. Ну, порт, откуда я приплыву. Остров. Так, вот тут можно поохотиться вот так. Ну, сука, что-то не достает. Блин, как-то не получается. Так, а где командная точка, кстати? Это прямо в этом мейке. Так, ну, давай высаживаться. Парализатор бросил. Эй, стоп, стоп. Поехали на велике в порт. Взорвался мой ветерок. Точка внутри маяка. Ну кидай, короче говоря. О, блядь, сейчас смотри, смотри, сейчас тебя чуть не убило. Сразу же приплыли. Ты, блядь. Ты, блядь, их тут дохуя.
Давай-ка что сделаем? Курочка, да? Убила их там. Да, и скелет был, и курочка, всех дохера. Все прибиты. Я закрепился на острове Еф. Там он снайпер. Хорошо. Так, ну пойдем точку ДДФ возьмем. Такие просторы этого острова. Три острова надо взять. Долбает, блин. Какие-то туда сейчас парализатор. Сейчас грохнуло. Вот автоточка рядом. Так, тут чисто. Давай сейчас обходить. Четыре маяка. Блять, там наверху. Что делаешь? Пошел и пошел. Что там наверху сидят? Верхние площадки обитаемые. Давай-ка, давай. Сейчас, сейчас. Козел. Это нормально. Блять, снимается. Козлы. С винторезом, видишь, долбал. Готов. Надо поснимать. Так, нормально. 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 Вон там-то их до хера надо, вот там телевизор, там он был. Так, хорошо. Четыре, видишь, маяка. Блять, это пиздец. Сняли. О! Курочки, блять. Наверное, может, даже злые, поэтому не надо к ним, блять.
наступает. Щитовая пушка. Они даже внутрь не залезли. Мы их сразу снял. Так, а где командная точка? Ну вот она, вон там внизу еще ящик около нее. Так, ну что будем делать? Сигаем туда. Так, ладно. Вон гадина стоит. А просто туда гранату к нему. Какой-то сарай. Козел не нравится. Смотри. Они тут с этими погрузчиками чего только не делают. То они с небес падают, как это в зловещих мертвецах. Там дерево с машиной свалилось. Бензопила. А тут погрузчик, вон на кол. Охереть. Давай возьмем КПХ. Все, F я взял. Дай подорвем этот ящик. Ну как вот висящий в воздухе ящик уничтожит. Порту Д. Так это я не знаю. Погрузчик взорвался. Да сейчас проверим маяки, чтобы там гадов уцелевших не было. Блин, а там что такое? Слушай, они с экипажами, блядь. Севернее стоят катера с экипажами. Ну-ка. Так. Козел. О как. Полетал. Блять, сверху. Такс. Готово. Блять. Прибили. Много что-то островов. Уже столько островов. Готово. Там стоит. Ну
Какие-то непонятные катера, какие-то непонятные. О, слушай, там дохуя экипажа. Тут даже не, кстати, непонятно. У этого же острова даже лодок-то нет. Надо опять в Форт Д переместиться. Чтобы наверху никого не было. Так, вон там вроде бы вертолет что ли есть. Танки. Туда сложно достать, а что-то далековато. Так, ну все, этот маячный остров я зачистил. Я не знаю, сможет тогда тут достать, что-то далековато, блин. Портовый следующий остров. Все нормально. Ты же плыть-то заебешься, давай лучше обновим. Так, надо тогда опять в точке X, получается, брать велик. Даже до катера скорее ехать. А висячие в воздухе точки же вообще не заходим. С вертолета, если только попробовать на парашюте к ним приземлиться. Не знаю, получится, нет, неизвестно. А скорость, кстати, у того не больше, чем у этого. К сожалению, скорость не больше. Лучше брать, конечно, потом. Поехать те катера потом. Один остров пустынный, похоже. Ну, уже можно уже брать точно. Там аэродром. Попробуем их уничтожить. Их целый флот стоит. Близко ведь нельзя приближаться. Целый флот стал. Сколько там? Три десант, то есть, ну да, две кильваторные колонны. По четыре десанта и четыре патруля.
людей, чтобы экипажа нет. Еще три катера, ну уже два осталось. Готов. В общем, все с катерами покончено. К острову уже надо перейти. Вертолетный остров захватим. Вот это, похоже, остров пока, да, показался фартовый. Все форты. Фартовый остров. Тут легко захватить. Практически никого не было. Ну, сейчас посмотрим, еще вернее, чем приплывать. Где там не долбанули. Вот этот фартовый остров. Так, позырим. Ой, слушай, там две 88-миллиметровые. Но они... Так, они вышли. Глючная карта, они, видишь, вышли из этих. Вон еще двое. Ну-ка. Окей. Ну пошли. Танков до пупа тут стоит. И главное, вертолет Чинук. Все, приплыли. Маячный хорошо остров виден. Берем КПшку. КПшка же. Все, КПшечка взята. Так, тут есть еще интересного на этом острове или не шиша нет? Тут никаких целей я не вижу. Наверное, проходной остров. Так, вертолет доступен? Доступен. Танки. Доступны. Давай, заводим шарманку. Баллоны вроде там были, не на начальной базе. Сейчас посмотрим. Сейчас вертолет у меня есть. Пролететь быстро, как проверить. Там гады, блядь, стоят. Их спустить.
Да, я сразу же заминировал. Ну, давай пойдем гадов уничтожим. Не там не со стингерами, кстати. Стоп, стоп, стоп. Конечно, со стингерами. Блять! Вот сука, блять, текстура вся битая. Ебаный в рот. Да, делал карту пидор, конечно. Сейчас текстура, блять, проваливается, короче. Чё удивляться? Что у нас буйная. Все, вертолет. Гады за барьерами прятались. Наверное, этот весь остров уже пройден. Так, еще посмотрим, что тут не было. Да, все, тут больше никого нет. Ну, там остров пустынный, еще остров H остается. Там две, кстати, красные точки на острове H показаны. Давай, заводи им. Запал. Сука. Нахуй надо вот туда идти. Сколько тут этих ебаных фортов? Фортовый остров, блять. Даром он так назван. Все, все, мимо. Пизда ебаная, блять. Какая хуйня. Там-то в этот вертолет не влезет. Блять. Сука, ему мерзай. Крошечный буерак он не может проехать. Козёл. Ёбовый. Давай. Сбивают постоянно.
попробуем добраться до подвисшего воздуха ящика. Чечерук еле летит. Литлберн пожелателен. Варианта, или попытаться на нем как-то, на него как-то сесть. Вдвоем было бы легко, сейчас кто-нибудь бы сзади просто скинул на него, да и все, заряд. А вот, вот не в одиночку, это просто сложновато. Попробуем сейчас. Блядь, он прозрачный, сука. Я не могу на нем закрепиться никак. Тогда сейчас поднимемся наверх. Спрыгнуть придется на парашют. Не, вообще он задел об этот ящик. Да блять, ну что делаешь тут нахуй? Давай, давай на ящик. Все, 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 ты на ящике стоишь. Ранцевый заряд на него. Отпрыгиваем. Блять! Взорвался он там. Так, кстати, давай. Тут вот баллоны, видишь, стоят. Баллоны. Давай их сразу шибанем. Таким же макаром. Все уничтожены. Ну, вроде да. Погнали, может еще вертолет успеем вернуть. А нет, так снова. Так. Блять, ну что? Ящик-то уничтожен, кстати. Вот все, пиздец. Посеяли вертолет. Так, все, ящик ликвидирован. Надо вон теперь, наверное, на последний остров тут высаживаться, что ли. Ну давай обновимся. Все, тут, в общем, и баллоны, и ящик ликвидированы. А, кстати, о птицах. Можно ведь и точку D, что ли, тогда захватить. Если с вертолетом. Ну, да. Прыгнуть с вертолета.
это вообще это не проблема. Одиночку мне, конечно, еще постараться. Значит, неудачно приземлился, не на точку. Ну хрен с этой точкой. В принципе, она особо и не нужна. Глобли к острову Эйч скорее нагревать. Тоже вертолетные площадки тут. Да скорее туда высаживаться, на западном берегу. По танке можно зайти. Вот этот остров Эйч. Так, я вижу, самолет там стоит вдалеке. Интересно, баллоны, боеприпасы я подобрал. Ну, блядь. Козлы. Единственное, что они тут почему-то стоят вне пушек. Так, ну вот этот сам самолет стоит. Геркулес. Вон еще один. Так, хорошо. Мне, наверное, надо продолжать на танке. Поехали. Точку H надо брать. Тут нефтяные баржи. Так. Козлов. Вот там у них бараки. Ну, самолет стоит. Так, ну-ка. Конвейер. Сука, не попасть. Блять! Стреливает, блядь. Так, ну а если по самолету просто садануть? Не получится. Давай пару раз, и не получается, так подрывать будем. Все, готов самолет. Угу. С баржами такой. Да ладно, поехали. Сейчас попробуем КПшечку взять.
нормально. Ну, поехали. Блять, я еще и убила. Зря. Ну что делать? Вертолет тогда давай берем. Кошку сейчас буду взять. Конвейер к самолету шел. Ну давай, короче говоря, топить. Неповадно им было. В общем-то, больше тут ничего интересного нет. В сараях, наверное, нет ничего интересного. Ну, давай топим. Так, окей. В сараях ничего нет. Все, посеяли вертолет. Ну теперь надо на добираться на западный берег как-то. Танк тоже уничтожен. Так, вертолет все, кирдык. Так. В общем, все с острова мы... Ух ты, блядь, чё нахер тут-то? С острова мы ещё покончим. Там какая-то сволочь, он жива, давай её финируем. Как она обтирается там. Туда смотаемся, уничтожим. Не близко к ним нельзя подходить, там текстура сбивается. Сейчас остается, в общем, на западном берегу завершить операцию. А где он? Я что-то не понял.
уже меня он обстреливает. Короче, странно. Так, ладно, давай опять вертолет. Гады. Блять, там дохуя гадов. Да, по сути, это последняя карта самоделок В2 оперативных. С мальчиками жили. Оперативки всем. Как далеко лететь-то не понятно. Да, прямо в пустой местности отель. Ну блин, как? Вот экипажи К-52 ликвидировать. Вон они. Да блядь! Чё, пиздец? Откровенно говоря. Так, вот такой вот отель стоит. Так, ну а где командная точка? Около здания или далеко за зданием? Ну давай сейчас лететь. Сейчас позырим. Не знаю. Сейчас посмотрим, что-то там надо в нем уничтожить.
Олимпиады, кстати, есть. Само здание. Лестницы традиционные на нем. Непонятно, где командная точка. Я нифига не понял, где командная точка. Тут его. И вот здесь, ну-ка, давай, куда? А вот она, вот здесь. В бункере вот она. Тут надо просто пути. Сейчас надо не погибнуть. Пошел брать. Тут вот вроде можно брать плюс. Так, все, короче говоря, закрепился здесь. Что-то в этом отеле надо отыскать. Он такой пустынный, явно брошенный. Такс. Ну и что дальше? Ну, вроде тут нифига нету. Да, где-то точка-то непонятна. Ну явно не здесь, короче. Наверх, что ли, надо тут лезть. Все, выдра, да, так ты и есть выдра, да, вижу. Все, выдра. Внутренние этажи тоже можно вот по лестнице залезть. К этой точке и двигаться, как-то ее найти. Так, это здесь, но не в этом месте, к сожалению. Блин, где-то точка-то. Мы сейчас попытаемся наверх подняться, посмотрим.
Понятно, вроде здесь должна быть. Однако ничего нету. Так она прямо здесь должна быть. Да. Непонятно. Сейчас давай осмотрим все. Где-нибудь, да, может, и найдем что-то такое. Так, шахта лифта. Лифт-то не рабочий же. Блин, как эту херню-то найти? Тебе. Короче, даже не знаю, что делать. Так, а больше лестниц нету? Ну тут вот есть. Сразу тут наверх. Блин, как эту точку-то найти? Ничего там не понимаю. Тратится время. Точка не находится. Где-то же она должна все равно быть. Все, нашел. Сейчас ликвидируем. Так, вот этот ящик с боеприпасами. Так, подрываем. Карта не завершается. Непонятно. Баллоны ликвидированы, ящики ликвидированы. Хера не понимаю, что-то карта не завершается. Все, нету больше ничего. Как-то, кстати, поехал. Короче, Геркулес уничтожен. Газовые баллоны уничтожены вроде бы. Самолет тоже уничтожен. Почему-то карта не завершается. Короче, ей, наверное, придется сейчас свернуть просто. Что вроде все абсолютно сделано, почему-то ничего не произошло. Да, ключная какая-то карта нехорошая.
два танка. Там еще две. Придется эту карту свертывать, наверное. Ничего больше не происходит. Все красные точки ликвидированы. Короче. Да, ключная карта, короче. Не завершилась она ни хера.
Как же, наверное, ничего интересного нет. Да это меня отпущено. Кстати, проверим. Чисто. Короче, ни хера тут больше не сделать. Еще сейчас надо выключаться. Все, что мог, я сделал. Дерьмовая карта. Баллоны уничтожены. Чувака убил. В общем, ни хера тут больше не сделать. Все, что было помечено, я все уничтожил и все, короче. Больше ничего не сделать. Так, сейчас выключаемся. Три ящика нашел. Два УД, еще один вот УВИ. Два баллона нашел. Здесь УА. И еще что? И самолет. К-130. Тоже все уничтожено. Карта не закончилась. Так что... Так что вот такие дела. Наверное, эту карту завершаем на этом.